Уральские тэквондисты вернулись с победы с чемпионата Азии, который проходил в индийском городе Бангалор. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 26 стран. И по итогам Казахстан занял второе место в командном зачете, уступив лишь Южной Корее. Спортсмены из Западного Казахстана также поднялись на пьедестал почета. И Алессандро Карбоне стал двукратным чемпионом Азии среди спортсменов до 18 лет. С подробностями наш корреспондент. В городе Бангалор в Индии прошел чемпионат Азии по тэквондо. По итогам борьбы члены команды «Ахметов Тим» завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. На соревнованиях молодой спортсмен Алессандро Карбоне стал двукратным чемпионом Азии, завоевав медали в 4 категориях. Алессандро уже 12 лет занимается этим видом спорта. Ранее спортсмен уже завоевывал золото на чемпионатах Европы и мира. Я участвовал в 4 категориях. Личный туль, личный спарринг, командный туль и командный спарринг. Я завоевал 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу. Юных спортсменов, добившихся успеха на соревнованиях, жители города встретили аплодисментами. Спортсмены, защищавшие честь страны и поднявшиеся на пьедестал почета на азиатских играх, теперь готовятся к Кубку мира, который пройдет в ноябре этого года в столице Узбекистана. В настоящее время в команде «Ахметов Тим» тренируется более 300 юных спортсменов. Опытный тренер принимает в свою команду детей от 4 лет.